И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как Deus Ex Human Revolution. В предыдущей серии мы остановились с вами немножко в другом месте, но на самом деле я просто здесь походила по локации за кадром, ну, потому что это невозможно, это же что не серия, то какие-то отображения, я уже какую серию нахожусь на одном месте и по сути ничего даже не сделала. Но это кошмар. В общем, я очень как-то разочаровалась в себе, но это все-таки, да... Летсплей отвлекает внимание, потому что я буквально запустила, походила 5 минут, поняла все, просто открыла все ходы, которые, ну не все, конечно, но по крайней мере в полицейский участок я открыла 3 хода, вот буквально за первые 5 минут, стоило молча походить и подумать, а не отвлекаться, в общем-то, на разговоры. Суть в том, что я дебил, в общем-то, это не секрет ни для кого. Я, помните, у меня была проблема, я, кстати, сразу оговорюсь, я комментарии, которые вы оставляли на предыдущих видео, еще не видела, потому что я записываю, в общем, эту серию, когда я еще не выложила те видео, поэтому не спрашивайте, почему я не следую вашим советам, пожалуйста. В общем, суть в том, то, что я, как вы помните, если вы смотрели предыдущие серии, хотя бы как-то попали на эти фразы, я не знала, где посмотреть коды доступа там вот, да, отдельно. А их, оказывается, не нужно нигде смотреть. Я просто не обращала внимания, опять же, из-за трёпа, то, что они, в общем-то, вот прям такие высвечиваются, когда мы пытаемся открыть дверь. И там есть код доступа, который у нас есть, а есть кнопочка «Взлом» под ней. И, в общем-то, замечательным образом я вот так походила, обратила внимание в какой-то веке в молчании в своем на это... побольше внимания, в общем, обратила на это. И, в общем-то, я открыла ту дверь в канализации, помните, в которую я уперлась и потом еще ходила целую серию просто так. Вот, в общем, ее я открыла потом... что ж я еще-то сделала-то, господи. По-моему, я вот где-то тут, вот, где она была. В общем, вот там вот дверь, вот там вот внизу, сейчас я ее вам покажу. Так, господи, чем так низко-то? В общем, походила тут, обратила внимание вот на эту лестницу, на нее было не забраться, я поставила ящик, кошка, заткнись. И, в общем-то, открыла вот эту дверь, тоже у нас был код. Господи, ну вот почему именно сейчас ей надо было заорать, а? Так, давайте-ка на секундочку. Ну, в общем-то, продолжаем. Короче говоря, вот, подставила ящичек, открыла эту дверь, потом смотрю, думаю, о, что-то куда-то еще наверх лестница. Пошла-пошла, поднялась. Кстати, здесь еще где-то я вот вспомнила, пока ходила, сразу все вспоминается. В общем, нашла вот этот еще ход. То есть 3 хода помимо основного. И вот, вы чувствуете разницу, да? Когда летсплей, ты ходишь 2 часа, тупишь 4 серии подряд, ничего сделать толком не можешь, потому что ты отвлекаешься тупо на трёп, ты просто, грубо говоря, ты ходишь по локации, ты не смотришь вообще по сторонам, ты говоришь. В общем-то, и замечательным образом я отвлекалась на это все дело, но все-таки за кадром я, оно порой рулит. Так, ладно, где мы? В какой-то жопе. Нам вообще-то не обязательно сейчас все так делать. А почему бы и нет, правда? Откроем сейчас странника опять. Наверное. Да. Опыт-то никогда лишним не бывает, правильно? Так, хорошо. Что у нас тут? Где мы? А интересно, нас запалит, если мы просто выйдем? Хотя вообще-то не должны. Это типа просто пройти, я так понимаю. Типа мы здесь всегда были. Так, а что у нас? Что там такое? Нам нужно найти хранилище. Как вы помните. Здрасте. Это не то... Прикиньте, зашел туда человек. Пришел такой, открыл этот. Ничего не сказав, пошел, залез туда. Так, ну вот там мы были, да. Нам нужно найти хранилище. А я, кажется, догадываюсь, где... Ты подвинешься? Ага, конечно. Я догадываюсь, где оно... Помните там, где было оружие? Вот найти бы это место. Я, к сожалению, не помню, где оно, но я помню сам вид вот этой комнатки. Сейчас будем искать. Хранилище. Нет, ну это допросник. Так, ладно, давайте попробуем... подняться наверх, что ли? Посмотрим там.
Не, все-таки несмотря на косяки, ну, то есть отсутствие каких-то функций, которые вообще были бы логичны на самом-то деле в этой игре, то есть подтягивания там всякие, да, и, не знаю, что-то еще там было, я уж сейчас не упомню. Господи, где лестница? Теперь я буду ходить полсерии искать лестницу. Это что? Панель сигнализации, понятно. Так. Я теперь буду как-то стараться читать вообще повнимательнее на все это дело смотреть. Это я себя, правда, чувствую дебилом. А, мы уже на третьем этаже были, поэтому я не нашла. В общем, где-то тут это было. Вот где-то. Ближе не подходи. Это режимная зона. Я просто хожу, стою, смотрю. Последнее предупреждение. А. Шевелись. Все понятно. Не надо. Ой, ой, нет, 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 мужик, да я ушла. Я все слышу. Дверь откройся. Че это было вообще? Это было странно. Учитывая, что мы до этого, помните, вошли. А, как больно. Знаете что? Я предлагаю загрузиться. Когда там было? Нет, подождите, что было раньше, что было позже? Вот это было позже. Это было странно сейчас, если честно, потому что вы помните, мы в этой комнате уже были. И он нас никуда не посылал. Может, он нас не видел? Может быть, его надо... О, черт! Может быть, его нужно придушить слегка? Я даже не знаю. А там камеры какой-нибудь скрытой нету, которая запалит нас. А, ну, в общем-то, мы тут. Ладно. Нет, так нет. Хорошо, сейчас тогда спускаемся. Я когда в режим бега перехожу, я чувствую себя Фейт из Mirror's Edge, потому что также руки, такое же движение. Событие достойное. Бла-бла-бла, давай. Так, хорошо, где тут решеточка моя? Так, туда нам нельзя, понятно. Все, закройся дверь. Так, давайте-ка вот тут где-нибудь сохранимся. Сейчас пойдем обходным путем. Откуда здесь? Почему здесь так много коробок? Так, это, по-моему, тот ход. Я надеюсь. Да-да, по-моему, это... Да-да-да, это он. Что-то я не помню тут такой хрени. А как ее убрать? Слушайте, может быть, вот те отпечатки рук такие вот... Это и есть? А вот снятие вот этой всей хрени. Журнал. Ладно, не важно. Странно, мне казалось, я тут была. А, ну да. Ох. Да, я помню. А что он дает? Ладно, давайте рискнем здоровьем. Это что? О, нет. Ух. Так, это что, блок данных, кажется, да? Не палить меня, черт, сволочи. Данные захвачены, это самое главное. Быстрей, быстрей. Лазерность неактивна. Назад. Отличненько. Не зря мы это сделали. Слушайте, а там еще где-то была лазерная такая штучка, помните? Там... Слушайте, сколько ходов всяких. Все-таки вот из-за таких вот вещей ты как-то прощаешь... В игре косяки ее. Где я? А, это тот самый кабинет, все понятно. Ладно, это нам не нужно. Сейчас мы двигаемся. В общем-то, вот дальше нам нужно. Все-таки надеюсь, это тот самый ход вообще-то должен быть. Да-да-да, это он. Ой, нет. Сейчас
Сейчас подождем, пока он задом к нам встанет, и немножко его придушим. Руку-то зачем ломать? Пойдем со мной. Все. Как-то очень это дико было, да? Здесь я могу... Так, как тебя отпустить-то, господи? А, у тебя еще и пусто, господи, что ж такое-то? Так, ладно, неважно, на самом-то деле. Теперь мы зашли. Что тут? Мы, по-моему, тут уже шарились, поэтому здесь, в общем-то... и пусто. Видимо, компьютер нам... А, нет, стоп. Это вот это нам должно это открыть. Так, ладно, я надеюсь... Да, здесь закрыто, эта штука открывает. Если вы только что к нам присоединились, мы задаем вопросы... Не пугай меня! Мы только что разговаривали с одной матерью из Флориды, которая... Ладно. То, что и так большинство из нас знает. А, такой же, смотрите. Ой, зря я это сделала. Да, вот именно поэтому. Лови, 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 пожалуйста, 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 успеешь, успеешь. Да. Неактивно. А, это то же самое, что ли? А как вот эту штуку открыть? Вот эту дверь. А почему? А как? Так, ладно, видимо, через компьютер. Пришел такой, все поломал. Взлом. Ой, рейтинг 3, это очень плохо. А, мы же... Мы не можем, что ли, рейтинг 3 взломывать? Да. Черт. И что теперь делать? Чушь ли? Так что не будем терять время. Мы ладно. Что, с одной матерью из Флориды, которая... то, твою мать. Ладно, меня тут не было. Блин, ну вот идиотка. Я только... Я смотрю, она разворачивается, эта камера. Уже начала назад сдавать, а меня взяли и запалили в самый последний момент. Так я, по-моему, возвращаюсь. Все, никого нет. Надо было мужика сюда затащить, в эту, чтобы его не нашли. Никогда. Ладно, где же это хранилище? Все-таки это оно было или нет? Если да, то... О, нет, нет, нет. А если я буду убегать, чтобы сюда сныкаться и все? Фу. А, ну это та самая комнатка. Я все-таки смогу здесь как-то спокойно выйти... Типа я ничего, я тут так хожу. Ну вроде да. У нас камера эта, которая меня запалила. Закройся дверь. А, ладно. Хорошо. Ой, я что-то увидела, что-то увидела. Ладно, я думаю, вы это тоже почитаете, если вам нужно на паузе. Либо лишись когтей проснувшегося медведя. Я думаю, понятно, да, что это значит? Так, слушайте, подождите. После разрешения ситуации с заложниками в Шариф Индус. Это намек на то, что мы просто все-таки не можем? Или хранилище все-таки где-то в подвале? Где оно может... Вообще-то, по идее, такие вещи, хранилища в Сиди, они действительно находятся во всяких подвалах. Потому что здесь, как вы видите... У нас рабочие места, кабинеты. А вот подвальчик, кстати, вот. А, нет, стоп, там морг. Там морг, это я помню. Ну, хотя, может быть, там и хранилище есть. Так, а меня не запалит, а? А то здесь как-то странно, честно говоря, это все работает. Ладно, я пойду туда. Лифт? Кнопка лифта. А куда она? Наверх меня переместит или вниз? Слушайте... Ладно, давайте еще разок. Сходим, посмотрим. Может быть, мы что-то упустили, как всегда. Это так... Это ж просто святое дело. Оу. А, это тот самый мужик. Тут я копошилась, да? А его нельзя как-нибудь?
Ой. Я его не заметила. Так, ладно, я понимаю. А, я бы, конечно, оставила бы, будь дело в Скайриме, но... Черт, и во-первых, я не хотела нажимать на Q. Здесь как-то странно. Передержишь Q, и он зарежет. Это как-то не очень хорошо. Так, ладно. Слушайте, нет, подождите, может быть, мы просто сможем пройти? Чего я ползаю тут, как таракан? Мы просто ходим. Хранилище? Нет, камеры. Так, стоп, камеры нам не нужны. Мы бы тут вышли как раз-таки с воспользуемся мы вот той вот решеточкой. Так, тут мы все открыли, тут открыли. Ой. Ладно, не важно. Так, понятно. Нам нужно как-то взломать тогда, когда вот эта хрень на нас не смотрит, я так понимаю. Какой здесь уровень? Второй. Не зря тут второй уровень, правда? Так, давай, иди дальше. Давай, давай, уходи отсюда. Взлом. Не, меня камера запалит. А может и нет. Давай быстрее, пожалуйста. А. Камера, камера, не пали, пожалуйста. Она, интересно, работает, когда я вот здесь работаю? Или таки нет? Господи, не пугай меня. Неактивно. Опа-па-па-па. Чистая работа, слушайте. Тут оно что? Да, это выход... А, это... Понятно, это та самая дверь, черт возьми. А, где же это хранилище-то гребаное, а? Вот, вот, кстати, та самая дверь, где у меня, помните, якобы не открывалась, а здесь на самом деле все нормально было. Короче говоря, что там у нас было по планам? Мы здесь все обходили, по крайней мере, конечно, ничего особо не сделали, искали это хранилище дурацкое, как и планировали в предыдущей серии, но... Что-то не на... Я, кажется, знаю, где оно. То есть вот то самое, где вот это оружие лежит. Вот это все добро. Но что-то как-то там не открывается. Нам нужно, видимо, компьютер взломать. Хотя это вообще-то странно. Может, попробуем еще раз вернемся? По камере... По карте пойдем чисто. Пройдемся так по подвальчику последний раз. Время у нас еще есть. Мы еще только полсерии ходим. Ну так, опционально. Тара-та-тара-тара-тара-та-та. Хорошо. Вообще, по идее, вообще-то, хранилища действительно должны быть в подвалах, во всяких таких. Блин, троечка, я не взломаю. У меня, кстати, есть что-нибудь из... Праксис один. Да, Праксис 2000 опыта. Еще, блин, чё ж так... Чего ж так плохо-то все? Мы что-нибудь купить можем? Что-то все дорого. Это что, блок она? Сбор данных для перехода к действию. Давай. Учитывая, что я сейчас постоянно занимаюсь этими взломами, я думаю, не повредит. Будет очень даже неплохо. Почему вы здесь, сэр? Мне казалось, участок закрыт. Не, меня пустили. Я тут так гуляю, так я возвращаюсь. Это что такое? А от чего этот терминал? От камер? Так, давайте чисто. А, все, да, лазерная система. Это в любом терминале я теперь, что ли, могу пошаманить? Так, ну, здесь ничего. Тут лифт. Давайте лифтом воспользуемся. Может, он нас куда-нибудь привезет? Может быть, этот лифт какое-то особенное место везет? Вряд ли, конечно. Почему здесь нельзя выбрать вниз, наверх? Это странно. Так, это первый этаж. Давайте по карте.
Нам нужно найти хранилище. Ну, здесь рабочие места, туалеты, кстати, туалеты. Может быть, вот это хранилище? Я не помню, просто так по карте плохо понятно, что за места. Нет, это кухня, по-моему. А, нет, это эти товарищи. Так, это обходной путь, который, в общем-то, никуда не ведет особо. Так, туалеты. Давайте вот туда сходим, в этот, в восточную часть. Вот туда. Я помню, я там пыталась дверь открыть и благополучно потом профылила этот момент. Кажется. Или не здесь это было? Я тут уже все собрала, да. А, хорошо. Боже, как тут все-таки много вариантов. Надо все-таки быть как-то повнимательнее. Это кошмар. Вот эти последние серии до вот этой, это кошмар какой-то. Последний еще более-менее получилось. Ничего такое содержательное, но потом это кошмар какой-то. Ой, до этого точнее. Так, где лестница? Может, лифтом действительно проще воспользоваться? Да я то есть опять буду ходить. Я надеюсь, он меня наверх поднимет, а не вниз. А то я не понимаю, как здесь местный лифт работает, если честно. По-моему, он меня вниз опустил. Что за лифт такой, а? Вот я же говорю, жалко, нельзя. Телефон хочу позвонить. Дайте мне звонок другу. Так, лестница вниз есть. Лестница наверх, может быть. Где она тут была-то? Вот, вот тут. Все. Хорошо. Так, ладно. Мы здесь. Карта у нас тоже есть. Сперва налево. Прям в упор налево. Ну, там, кстати, вот этот вот. Да, вот оно, чертово хранилище, мне кажется. Потому что здесь коридоры и ничего интересного. Но мы пройдемся, ладно, что нам терять? Что тут? Тут мы были. Тедди. Кстати, я помню, у меня здесь еще был один вот такой вот ход с лазером. Но так как я лазер-то понаотключала, может быть, сейчас что-нибудь... Да, кстати, по-моему, это вот этот... Здесь вот эту хрень сломать нельзя? Ой, нет. Бери. Ну вот-вот, да, вот здесь лазер был. Мы тут были. Но нет, это не тот ход, который мне нужен. Сейчас я опять выйду к хранилищу. Ну, я так думаю, что это хранилище все-таки. Дверь надо закрыть только. Чтоб камера меня не запалила. Вот так вот. А, хорошо. Все-таки как его открыть? Блин. Как тебе открыть? Ой, господи. Он так страшно достает. Не могу, я дергаюсь. Как бы... Хода дополнительного я что-то не наблюдаю. А что нам нужно было в хранилище, напомните-ка мне? Так. По словам Чейза, все найденные во время расследования улики, полицейский департамент отправил в камеру хранения для старых архивов после того... Так, ну это точно тогда не это... Не старые архивы, правильно? А где старые архивы могут находиться? Какая тут музыка офигенная. Так, ладно. Я помню еще один ход вот в этих вот во всех, где была эта чертова лазерная защита. Но так как мы сняли, она должна была убраться. Найти бы теперь этот ход. Если я отсюда выползу, меня немножко убьют, да? Эй? Да. Это паранормальное явление. Мужик, не обращай внимания. Ну ладно, хорошо, по крайней мере, что их это тревожит, потому что и все-таки не настолько убитый. Хотя ходячая коробка почему-то никого не смущала. Ладно, хорошо. Где, может быть, архивы? Точнее, для старые архивы. Старые архивы. Ладно, старый архив. Интересно, кстати, на камеру работает метод с коробкой? Мне вот интересно, надо будет потом как-нибудь проверить. Так, что как называется? Детергент? А, ну это выход. Да?
Да, это выход. То эту дивизию. Где же эти архивы? Старые архивы. Камера хранения, старые архивы. Мне почему-то казалось, я почему-то забыла, что там слово архивы фигурировало. Я почему-то думала, что вот камера хранения именно вот та вот. Потому что там много всякого валялось. А нет. Там по большей части, конечно, оружие лежало. Но там еще что-то лежало, там какие-то коробочки были. Я надеюсь, здесь все-таки в этой игре как-то учитывается, что оружейные — это не совсем старые архивы. Или нет? Ой, ладно, давайте на третьем этаже еще раз все посмотрим повнимательнее. Здесь действительно надо вот иногда затыкаться, чтобы не упустить ничего. Потому что иначе это хрень начинает получаться какая-то. Так, ну вот эти чуваки. Ничего, если я у вас тут пошурую? Будь здоров. А если я заберу, они меня убьют? Нет. То, что я кредитки тут по ящикам стола хожу, ты б же их не тревожит. А то, что я до этого открыла там эту, как-то их это обеспокоило. Так, подождите. Я здесь, я в курсе. Слушайте, я тут была? Наверняка. Я помню, там коридорчик, там мужик еще ходил туда-сюда. Да. Меня начинает это в сон вгонять. Вот эта музыка прекрасная. Не, ну это... Я там, может, и взломаю, но вот этот мужик... Так, а это что такое? Это не старый ли архив? Вряд ли, конечно. А это что? А, ну у нас там ходы есть параллельные, поэтому я не думаю, что есть смысл. Так, это у нас открыто. Так, эти сидят, играются. Вот эта женщина, завывающая там... Что? Она мне напоминает о Фир. Об игре Фир. Так, ладно, где-то тут, черт возьми, должны быть старые архивы. Это то место, из которого мы пришли. Черт с ним. Где-то тут еще должна быть... Так, сейчас я попробую найти все-таки тот ход с лазерами. По-моему, это, кстати, здесь где-то было. Я помню, мы когда наверх поднимались, там где-то было закрыто. Сейчас посмотрим. Сейчас я выйду в коридоре. Да. Это, значит, это не то. Где тут старые архивы? Я вообще что-то не вижу. Не наблюдаю совершенно. Что это? Тебе показалось? Тебе показалось, мужик. Так, я чувствую, пора. Ну, на всякий случай, да? Никого нет. Вообще никого. Так, вот еще разок. Дверь так неудачно открыта. А что я сюда тут? А то, что дверь закрылась, обратно его не смутило, да? Подождите, я же помню, где-то тут были ходы. Именно что закрытые лазером. Вот они, эти мужики. В общем-то, толку никакого. А, короче, по ходу дела мы с вами не найдем архивы. Либо они вот где-то... Что это там такое впереди? Рейтер безопасности 1. Мужик далеко. Ага. Стоп. Блин. Непруха. Access granted. Супер, так резко говорит, я начинаю. Скрипер. Что значит скрипер? Тихо. Здесь еще один ход, смотрите-ка. Ну ладно, зато прокачали. Понятно. Прокачали взлом. Точнее, опыт получили. Это всегда хорошо. В общем, никогда не бывает лишним.
Смотрите-ка, эта коробка упала. Помните, в воздухе там одна задержалась у нас? Так, я все-таки найду, я надеюсь. Тут ту вентиляцию с лазерами. А, то есть вот так вот можно было попасть, надо же. Я, видимо, как-то проглядела. А, здесь они все вот так связаны. Так, а это куда идет? Просто подглядывать хорошо, понятно. Понятно. Чё-то не наблюдаю, ребят, я тут от архивов. Где у вас архивы, дядя, подскажи? Я могу вам чем-нибудь помочь, сэр? Где архивы? Если нет, обратитесь к дежурному в прием. Так, слушайте, а может у этого нашего товарища спросим, какого черта и где эти чертовы архивы? Потому что что-то... Я уже все обошла, вы видели. Вот прям все, что можно. Вроде бы. А что-то как-то нема. Может, он нам подскажет, где архивы? Вот будет смешно, если он ответит. Позвони мне через пару дней, хорошо? Ладно. Ладно, черт с ним, с заданием, с этим. Не найти мне эти архивы потом как-нибудь. А, наверное, все-таки компьютер тут есть смысл взломать. Так, меньше злом. Тим Карелла, ученый шериф Индустрис. Да, кстати, да. Пойдемте поможем нашему товарищу. Нам нужно... Я, кстати, чуть-чуть почитала. Помните, там, где с крыши на крышу можно было перепрыгнуть? Там якобы можно было на самом деле перепрыгнуть без всяких улучшений тела. Но что-то как-то вы видели, у меня не получается. Я не знаю, как там надо изгалиться, чтобы это получилось. Я попробую сейчас, так как мы взлом прокачали. Сейчас, кстати, в трущобы, когда я вот ходила, я все-таки правильно, что я туда пошла. Просто мне надо было именно что вот... самой искать все. То есть мне не дали там крестик вот этого привычного, то есть где лежат все, что мне нужно. Мне нужно было именно что... Мне нужно было именно что самой искать. Но мы потом в трущобы сходим, сперва мы сходим вот сюда. В общем-то, дойдем, я думаю, до туда и серию завершим на этом. Или давайте сейчас, чтобы вам не смотреть, как я оттуда бегу, еще небось заблудюсь по дороге туда. С меня же станется. А, в общем, ладно, серия немножечко, конечно, была такой исследовательской и тире-поисковой. Но, тем не менее, как бы там ни было, мы что-то досделали. Это уже хорошо. По крайней мере, все-таки, я думаю, периодически я буду чуть-чуть ходить тут для себя. Чтобы совсем уж не тупить, и чтобы вам не приходилось потом 20 серий смотреть, как я хожу по кругу и, в общем-то, не знаю, куда ткнуться. В общем, куда я зашла опять? Опять забал. Вот видите, разговоры, они очень сильно отвлекают. Что это за место? Это квартира, да? Джонсонская. Ладно, черт с ним, давайте здесь закончим. В общем, если вам понравилась эта серия, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, зовите друзей. В следующей серии мы попробуем взломать код на замке решетки, пройти в дом Тиндала или как там его, и, в общем-то, пошуровать у него в квартире, а дальше уже посмотрим, как и чего. В общем, всем огромное спасибо за ваше внимание, с вами была Севен, всем удачи и пока-пока.